Мало того, что сегодня пятница, так еще и у обладателей андроидов двойной праздник, потому что это видео предназначено специально для вас. Я уже как-то рассказывала про приложение Posters, которое есть только на андроидах, к сожалению. Может быть, что-то и изменится, будем очень надеяться, потому что приложение реально пушка. И в этом видео я повторяться насчет предыдущих фишек уже не стану, потому что появились новые фишки. И как раз таки сейчас о них поговорим. А наикрутейшее обновление, про которое я хочу вам рассказать, это группа стилей. И эта функция служит для того, чтобы сделать наш аккаунт в едином стиле без помощи дизайнера. Кто обращался хоть раз к дизайнерам, прекрасно знает о их стоимости услуг. Я ничуть не хочу уменьшить важность графических дизайнеров в жизни любого инстаграмщика, но дело в том, что не у всех хватает средств на такие услуги. Поэтому Люлю спешит упрощать вам жизнь. Добро пожаловать в приложение Posters. Итак, выбираем какой-нибудь один понравившийся шаблончик. Спешу уточнить, что шаблоны есть как для создания сторис, так и для создания постов. Это очень-очень важно. Выбираем любую фотографию из галереи. У меня на этом телефоне не так уж их и много, и все они старые, и везде дочка моя очень маленькая. Поэтому что имеем, с тем работаем. Мы можем редактировать текст, мы можем редактировать стикеры, мы можем добавлять даже гифки в этом приложении сейчас именно с текстом. Вместо Нью-Йорк 21 я добавлю Байкал 2016 года. Именно тогда и была сделана эта фотография. Можем менять шрифт, цвет шрифта, обводку, размер, все что угодно. Те же самые изменения быстренько проделываю со вторым шрифтом. Чтобы добавить еще какой-нибудь элемент, достаточно нажать на плюсик вот здесь. Как раз там и находятся функции добавления текста, гифок и так далее. Для того, чтобы сохранить проект, нажимаем здесь. И он автоматически сохраняется. Можно его перенаправить на Google диск или в иншот или еще куда-нибудь. Сейчас с еще одним шаблончиком поработаем, уже с квадратненьким для поста. Сразу расскажу, именно вот этот шаблон, он платный, но я вам сейчас покажу, как это обойти. Для тех, кто заморачиваться не хочет и очень ценит свое время, есть другой вариант. Купить платную версию приложения, которая стоит всего доллар. Но для тех, кому доллар тоже деньги, есть другой вариант. Нажимаем сохранить и смотрим видео, чтобы сохранить работу сейчас. Видео занимает 15 секунд. После его просмотра довольствуемся результатом. Это действительно лайфхак из лайфхаков. То есть есть групповые стили, попросту говоря, подборки шаблонов, которые помогут вам сделать аккаунт в едином стиле без каких-либо усилий. Фоточку добавил, текст чуть изменил и уже готово. Ссылочку на скачивание приложения я оставлю у себя в сторис, а также в сторис закреплю свой первый обзор про Posters. Надеюсь, что вам было полезно.